Так, чтобы меня не ругали, вот снимаю. Правда, здесь темно. Кушаем мы стоя. Вот так. Вот так. Как будто мамину титьку сосет, бьет моськой. Хаба! Ой, не могу. Там маман. Вон она. Волнуется. А тут наша девочка. Кушай, кушай давай. Вот так. Чё, Даша, не пускают к тебе дочку, да? Не пускают дочку. Темно тут. Свет только там горит. У коров здесь нету. Вкусненько! Ах, как вкусненько! Там к нам пришли навоз забирать. Вывозят. Вот так. У Даши нашей сегодня. Ой, приключение приключилось утром. Пришла, подоила ее. Потом смотрю, что-то она вялая у нас. Ну что, что, что? Да вот-вот-вот-вот. На-на-на-на-на. Смотрю, она вялая. Я ее отвязала, стала выпускать. Она в дверях чуть было не упала. Да. Вышла как пьяная, шатается вся. Оказалось, что парез, что ли? Пришлось врача вызывать. Ставили утром капельницу. И вот сейчас вечером врач был. Поставили капельницу. И завтра утром еще поставят. Ну, слава богу. Все обошлось пока что вот. Вот так вот. Вот так вот. А то уже прям вообще легла, голову вытянула. Вялая, ничего не ела. Ну, уже сразу после первой капельницы поднялась она. Ну, посмотрим, что утром, как будет она себя чувствовать. Ну, днем вроде более-менее так, ну, нормально, в принципе. Ела, ходила, пила, комбикорм скушала, все. Там Джися лает. Даша, кушай. Серега! Ушел. Положи Даше травы. Она съела. Да, да, сейчас принесет. Сейчас. Вот так мы кушаем. А ты руками скрути охапку. Во, заорала труба. Вот это вот орёт постоянно. Уже 2 дня мы не ходим в лес. Вообще это ор стоит невозможный. Вчера вообще тут крик был. Ну-ну-ну. Ну посмотри, что у нее там съела, значит, подбрось. Вон Даша травы принесли. Вот что она делает. Ну вот. Так мы и кушаем. Так что вчера это было так. Лежа она ела. Потому что она только родившаяся была. Ей было тяжело вставать, она кормить надо. А мне тоже ее поднимать как-то и держать мне неудобно. И тяжеловато. Хоть она и мелкая, но для меня это она тяжелая. Вот так. Вот
там Даша жует. Вот что она делает мне. Бус. Долбасит. Да? Отрада. Отрада. Вкусно, да? Я сегодня ее даже к маме пускала. Потому что у мамы вымя невозможно каменное. Я не могла ее никак подоить. Не знаю, это немножко там поработало. Посмотрим, что завтра как будет. Тут вечером уже полегче было доить. Как завтра будет, не знаю. Ой-ой-ой. Ну, иди сюда, иди сюда. Айда, иди сюда. Здесь посветлее. Давай. Ну-ну-ну-ну-ну. На-на-на-на-на. Вот так вот она и ест. Вкусно, да? Вкусно? Ну что ты ее бьешь? Оно так идет. Нет, это тебе не мамина титька. Толкать не надо. А, ты молоко это делал, нет? Только насасывай. А что? Маша сразу. Молоко. А да, на столе стоит банка. А Дашиного еще нет, да? А? Дашиного нет еще? А, нет, Дашина я еще не убирала. Что, хотя она нормально выдается? Даша, тяжеловато. А почему? Ну, почему, почему? Долго. А? Долго отдыхала? Ну, кто ее знает? После это, после родовый этот отек. Ну, нормально, да? Ну, нормально, но надо раздаивать, разминать. У меня силы не хватает. А почему я так контузила сегодня? Контузила ее сегодня? Ну... Потому что сказали, что в летний период отёк, витаминов у нее не хватало. То есть она беременная, большая часть беременности у нее протекала в зиму. А зимой они питаются вот летом-то вон в траве сколько витаминов, а в сене какие там витамины, тем более в нашем, в дурацком в этом сене. Получается, что у нее не хватало витаминов. Ну, объяснили так. Что лучше коровам телиться зимой. То есть, чтобы беременность протекала в летний период. Не знаю, правильно или нет. Мне так объяснили. Поэтому у нее сегодня вот такая беда приключилась, что она встать не могла. Ну, слава богу. Ой. Прям. Я очень расстроилась, напугалась. Ну, все, мы допили. Практически допили. Вот все видео, как мы кушаем. А меня тут комары заедают. Ладно, буду выключать. Ах ты. Ну да, я выключу. Козявка. Ай, не дает. Толкает. Отрада. Ну-ка, стой спокойно. Ну вот все, вызюзила. Тут 2 литра было.